приветствую на моем канале. Здравствуйте, здравствуйте. Начинается мой рабочий день. Сегодня суббота. Значит, в зимний период я не выхожу по субботам. У меня выходной в субботу. А весенние, летние, осенние сезоны, в общем, я выхожу. Но не каждую субботу. Я смотрю по загруженности, сколько было звонков, которые резервируют, как говорится, свой приход. Все зависит от этого. В общем, сегодня я на работе, так как у меня есть свадебное платье. Очень-очень срочное. И очень-очень с достаточно большой работой, ребята. Поэтому я вышла. И также сегодня будет примерка еще одного платьечка. В общем, посмотрите. Посмотрите, чем я занята. Вышла на пару часов. Итак, работаем. Наши руки не для скуки. Поехали, ребята. Я начала работать с этим сложным, срочным платьем. Не помню, говорила вам или нет. В общем, женщина принесла платье, и ей нужно через неделю свадебное платье, так как ее жених сделал сюрприз. Взял билеты в Лас-Вегас. Представляете? На 3 июля. И она ему говорит, как? Говорит, у меня же платье не готово. И вот примчалась. Вот за неделю я должна это сделать. В общем, ребята, что здесь требуется? По вот этому облегченному жакетику или пелерина, не знаю, как назвать. Значит, сняла я второй слой фатина с рукав. Она захотела снять его, чтобы был более прозрачный рукав. Дальше по спинке я должна убрать, потому что спинка очень свободная. Вот я открыла кружево. Опять, видите, работа с этим кружевом. Все нужно открывать. Нитка используется invisible, незаметная. В общем, это все сложно открыть, чтобы не сделать на фатине дырочки. Одеваю очки, но тоже очки не всегда помогают. В общем, открыла кружево здесь, здесь, здесь. Сейчас я уберу, немножечко сужу. И по пройме тоже нужно сузить спинку, так как плечо слишком низко ложится. То есть спущенное плечо, но не настолько нужно его спущенность. Значит, я выведу вот так линию и сюда перейду и заужу по спинке. Посмотрим, как оно ляжет. Будет ли это, как говорится, в помощь. Но думаю, что будет. Я не хотела делать выточки здесь по спинке. Она хочет, чтобы немножечко прилегала. В общем, посмотрим, ребята. Вот такая работа. Буду собирать сейчас. Все открыла. Все убрала лишнее. Теперь буду собирать вот эту пелерину. Сметала. Все ручным способом. Ничего не срезаю. Все оставляю, девочки. И припуски, и кружева, и обтачечки. Все остается на месте. Все будет подкраиваться, корректироваться уже после примерки. Теперь перехожу к платью. Итак, платье. Моя задача, как подготовить, я должна к примерке. Значит, подушечки. Платье без подушек. Представляете, одни косточки. Это я что-то впервые встретила, чтобы платье было без нагрудных чашек. Значит, вставляю внутрь чашки в первую очередь, потому что лиф сел хорошо, отлично на нее. Поэтому здесь никакой работы не будет производиться. Дальше убрать по боковому шву. Здесь дальше идет отрез. И юбка дальше идет на расклешение. Значит, открываю все кружева, все подкладки. А подкладок очень много обычно в свадебных платьях. В общем, сейчас будет видно, когда я зайду вовнутрь. И по спиночке выточки. Углубить выточки. Потому что платье получается не приталенное совершенно.
Вот такая задача, ребята. Вот стоимость платья $900 без доллара. За срочность я и сказала, что примерно, девочки, потому что я еще не посчитала, $400 плюс со срочностью. В общем, посмотрю еще, как пойдет. В жакете достаточно много было работы по времени, так как открывалось кружево, и нужно было очень аккуратно работать с кружевом, понимаете, с фатином, чтобы не сделать дырок. Я, наверное, целый час сидела, только открывала кружево. Так что работа, конечно, затратная. А клиент не всегда понимает, за что деньги плачены. Ну все, иду работать. Перенесла, видите, метки от булавок мелом. Хорошо, что ткань такая цвета слоновой кости с оттенком. И немножко хотя бы видно мел. А если было просто белое, вообще бы не было видно. И тогда я, как нас учили в училище, намечаю ниточкой. Ниточкой намечаю, прошиваю, прохожу не в натяжку нить, а с достаточными большими петлями, потом и захватывая подкладку. Потом, когда раздвигается, отделяется верхняя ткань от нижней, получается, разрезаем эти ниточки, и получается у нас метка, метка от метка и на верхней ткани, и на подкладочке. То есть одним махом убиваем двух зайцев и отмечаем сразу на нескольких слоях. С боковых швов тоже, как я вам уже сказала, нужно убрать. Но здесь я не буду переносить, ребята. Я включу зрительную память, как я это очень часто делаю. Вот сейчас померю, сколько здесь в инчах, или же скажу вам, сколько в сантиметрах. Но для вас это не важно, в принципе. Так, 1.5 инча в сантиметрах получается 3,6 сантиметров, если 3 умножить на 2. Начинаю открывать боковой шов. Вот эти силиконовые резинки, в принципе, они бессмысленны. Они ничего не держат. Открывается хорошо, быстро, а пришить эту резинку на машинке — это просто какой-то кошмар. Я уже подбирала, меняла всевозможные лапки и для силикона, и для кожи. Ребята, девочки, как вы справляетесь с этими резинками? Я пришла к решению пришивать их руками, то есть восстанавливать. Сейчас я их разрежу здесь в одной части и в накладочку потом пришью, когда уже ушью по боковому шву изделия. Вот, пишите, как вы справляетесь с этими резинками силиконовыми. Вот смотрите, хочу вам показать, ну, для новичков, так скажем, потому что я помню, был такой комментарий от девушки: я боюсь работать со свадебными платьями, боюсь, что я испорчу. Не надо бояться, это представьте, что это обычное платье, все. Просто здесь более такая работа ювелирная, так скажем, и трудоемкая. Вот смотрите, это боковой шов, это уже юбка начинается. Видите, кружево было в накладочку, то есть как я делала, тоже закрывала, старалась закрывать швы, да, новые, которые вот я делала по подгонке платья. Недавно был ролик, вот видите, в накладочку. А шов там внутри, внизу, под этим кружевом. Значит, нужно кружево открыть. У меня же задача здесь ушить. Я не могу. В принципе, можно, но это будет неправильно. Это будет топорная работа. Поэтому открываем все эти кружева, которые прикрывают шов. Видите?
А потом спокойненько ушиваем, делаем строчечку и закрываем. Все восстанавливаем. Девочки, я рада, что здесь ручная работа. Представляете, руками было пришито кружево. То есть очень быстренько открывается. Не то, что я мучилась вот на этом, на этой пелерине, чтобы нужно было брать микроскоп. Так, вот здесь открываю, вот здесь открываю. В общем, все те места, где нужно открыть шовчик. Вот здесь, видите, по самой верхней части лифа идет тоже отдельная тесьма из кружева. Тоже я ее буду открывать. И, ребята, я совершенно довольна. Я когда открыла вот здесь, то есть верхнюю часть, да, вот работала с этой резинкой, убрала эту петлю. Девочки, смотрите, как будет все просто. Видите, все собрано в единый слой и оверлочено. Все. Нет многослойности. Это очень хорошо. Это будет меньше работы. Все, я вот так вот ушиваю. Снимаю старую линию. Разутюживаю все. И здесь подкладочка. Ну, здесь два слоя тоже собраны в два слоя. Воедино. Прекрасно. Все, я очень довольна. Ну, немножечко нужно поработать с кружевом. И в основном вот такую работу я беру домой. Мне иногда не хочется уже дома шить. Я не знаю, может быть, я перерабатываю. То есть, немножко уже как бы профессиональная такая усталость появляется. И мне хочется именно сесть и подготавливать заказ к работе, к примерке, понимаете, сесть что-то вот, работать с кружевом, отпороть старые змейки, молнии на курточках. То есть иногда вот не хочется мне уже работать за машинкой, а именно спокойно сесть и монотонно выполнять вот такую работу. Вчера я не успела, поэтому приходится мне делать здесь, в мастерской. Здесь освещение немного лучше. И еще один момент я хотела именно вам показать. Как говорится, как я работаю вот со свадебными платьями, где нужно вот открывать кружево, всевозможные вот эти вот силиконовые ленты. А дома у меня в мастерской не то освещение. Нет большого стола. И, в общем, я решила это все быстренько подготовить здесь. И для клиентки, и для вас показать. Все открыла. Хочу показать один момент. Вот это кружево, которое сейчас открыто в свободном плавании, я заколола булавочками, чтобы оно случайно не попало и не стало на свои места. Все, иду теперь на машинку швейную. Большим шагом быстренько строчу. Времени уже мало. Итак, примерочка показываю. Значит, что здесь нужно делать? Видите, доработать, еще углубить и немножко заузить вот это по верхней части платья. Под мышками я не буду заужать. Именно просится здесь углубить выточку. Именно углубление идет вверх. Здесь все отлично. Видите, как легла эта выточка? Все отличненько. Здесь немножечко нужно откорректировать, конечно. Так, бочки, боковые швы. Все, я попала. Зрительная память не разочаровала меня. Все отлично. Теперь нужно и можно работать на чистовую. Все это буду вот выкладывать. Здесь одна на другую накладывается. Значит, одну нужно удалить. Все, видите, все отлично. Второй бачок. Показываю второй бачок. Тоже все легло. Все отлично. Тютелька в тютельку. Без лишних движений. Шума и пыли. Все. Можно накрывать. Здесь я дорабатываю. Здесь скопление фатина. Я раскрою немножечко, сделаю шире и равномерненько восстановлю, потому что здесь сейчас скопление.
это не есть хорошо. Вперед, попереду, смотрите, вперед, можно сказать, отлично, но еще нужно доработать. Значит, чашки немножечко ушли в боковые стороны, нужно поменять положение, приблизить и поднять вверх, потому что здесь слабина, видите? А чашечка должна заполнить. Немножечко неправильно я их расположила. Вот, буду перешивать, переставлять. Вот, вперед, вперед, низок, все отлично. I like it. Yeah. Do you like your next fitting dress? Yes. I like, honey. Yes, I love it. Now that it fits better. Вот так. Теперь пелериночку меряем. I love it more. No, shutting it down when I pop out. Riding downtown with the top down. Sun's got everybody out now. Riding with my girls, looking so good. Playing my song, feeling so good. Only good vibes in my book. Yeah. All we wanna do is have a good time. I'm really loving. Так, теперь верхняя часть, накидочка. Вот, видите, проблема. Женщина хочет, чтобы она прилегала, видите? Вот чего я и добивалась. Вот здесь я убирала швах. Но, девочки, если убирают швах, нужно же убирать рукав. А рукав, видите, вернее, рука проблематичная. Я больше здесь не могу убирать. Уменьшается пройма, уменьшается, как говорится, по окату, по нижнему окату рукав. Вот что делать, видите, как, то есть оно вообще было вот так вот отходило. Вот эта сторона лучше почему-то, но я же делала симметрично, значит, что-то по телу не симметрично. В общем, я думаю, все-таки делать выточку, ребята, две, может быть, сделать по центру. Вот по центру вроде бы как бы смыкается. И закрыть шов кружевом. А что делать? Или две выточки. Но здесь не идет уже, фолда идет. Вот так хорошо. В общем, проблематично. Проблематично. Вот здесь я еще выкатаю пойму. По спинке, для чего я ее открывала. Вот так нужно выкатать проймочку с двух сторон. Да, здесь проблема, видите, какая? С рукой. Женщина похудела на очень-очень много. Отложения остались. Окей. Вот так я заколола, все-таки буду делать по среднему шву, по средней линии шов, потому что выточка не выкладывается. Здесь буду увеличивать немножечко пройму, чтобы эта линия точно ложилась на пересечение туловища и начала руки. В общем, все хотят, чтобы идеально села, без морщинок, без всяких заусенец, складочек. Но, ребята, иногда это практически не получается, потому что фигуры сложные, а все хотят идеально. Ну, вот так, ребята, вот такая картинка, вот такая примерка. Все, на следующей неделе будет еще одна примерочка, а там уже посмотрим. Может, сразу и женщина заберет уже свое платье. Посмотрим, ребята. Работы много. Ну, вот так прошла примерка. Я считаю, что примерка
прошла хорошо, есть некоторые нюансы, вы видели, я вам объясняла эти нюансы, которые нужно исправить. И что мне не понравилось, она постоянно вот здесь вот что-то трогала, что-то вот, что-то ей мешало. И я уже в последнюю минуту, когда ну, выключила камеру, я спрашиваю, что такое, тебе некомфортно здесь? Она, да, вот что-то, что-то. Я посмотрела, как говорится, через кружево внимательно, а там собралась подкладка, подклад собрался. Сейчас я разложила на столе это платье, то есть совместила швы боковые, рельефные швы по груди. И, ребята, подкладка не совпадает по швам, не симметрично. То есть мне придется еще подгонять подкладку. Вот так вот на производстве. Смотрите, подушек не было нагрудных, чашечек. Швы не совпадают, но я не вижу, что кто-то вмешивался. То есть как бы подгонял платье. И платье было с бирочкой. То есть оно новое, понимаете? То есть вышли погрешности, как говорится, наружу. Так что вот у меня еще добавочная работа. И видели, что вот этот жакетик, тоже что-то не хотел укладываться. Вот я решала, или две выточки, или одну по центру. Две выточки не укладывалось. Все равно оно торчало, девочки. А она хотела, чтобы оно прилегало по спинке. Вот. И вы видели проблемы с руками, что женщина похудела, и большие отложения у нее в области руки, вот здесь, под мышками. И, в общем-то, это тяжело посадить. Вот, повторяюсь, все хотят разных размеров, разных фигур. Женщины хотят посадить, чтобы было идеально, платье село на фигуру, но иногда это невозможно. Еще с кружевной тканью работать можно, там какие-то маленькие погрешности не так видны, не так заметны, понимаете? А если однотонная ткань, там типа атласа, шелка, то это вообще практически невозможно, понимаете, чтобы было идеально. Вот так. Там каждая строчка в сторону на 1 миллиметр, вправо-влево, все видно моментально, ребят. В общем, вот такие дела. Все, уже начало 6-го. Это я вышла на пару часиков, ну, я ее ждала еще, она еще опоздала на полчаса. Еду домой. Всем огромное спасибо за ваше участие, за поддержку канала в активном состоянии, ребята. Спасибо вам огромное. Особенно Татьяне Одеялкиной. Эта женщина в день смотрит по 2, по 3, по 4 видео. Я просто настолько благодарна, Татьяна, вам, что вы именно поддерживаете активность. И она мне написала: Лиля, я же с России, тебе не идет монетизация. Что я смотрю, что я не смотрю. Ну, Танечка, если вам интересно, у вас есть интерес, то вы смотрите, я никого не принуждаю. Но тем самым, как бы, вы поддерживаете активность, это тоже неплохо. Так что, ребята, всем огромное спасибо за поддержку канала. Мы растем, цифра растет. И я вам скажу, когда мы достигнем определенной цифры. Когда наша компания дойдет до определенной цифры. Всем мира и добра, а я поехала делать дела домашние. Пока, ребята.